на солнце. Опять я заблошивила. Опять у меня блох тут немерено, да? Тут спасибо Олочка, хотя то вообще бы никак бы не было, да? Очередной кабинет психологической разгрузки. Да, Волчик? Всех поймал. Не всех, скажи, еще продолжаю ловить. Да тут блох, скажи, немерено. Бледно это, конечно, вообще. Зачем нам сок, зачем нам земляника, блохи будем есть. Угу. Виртуальная еда. Несуществующая, ты слышишь? Виртуальная еда. Вот сейчас бы так посмотрели на виртуальную еду, наелись бы, да, и не надо было готовить. Надо учиться у братьев наших. Упорная. Этот сок ей не очень понравился. Хотя, может, мне жарко, у меня волосенок сегодня целый день не пьет. Сейчас я еще винограда принесу. Ну, ананас, клубника, сок, еще виноград. Ну, клубнику она не очень. Нет, да на пюрешку он съела, и картошку он, по-моему, не доела. Тыквы, кстати, она поела хорошо, надо тыкву еще подрезать ей. Огурцы не очень.